На этой неделе вступил в силу нормативный акт от Приднестровского республиканского банка. Теперь, когда коммерческие банки нашей республики захотят дать кредит не приднестровским экономическим агентам, им необходимо сформировать 100% фонд риска на корреспондентском счете в ПРБ. В Центробанке такой нормативный акт связывают с тем, что слишком частыми стали случаи кредитования офшорных компаний. Если банк очень хороший и считает, что необходимо кредитовать не резидента, допускаем, это возможно. Мы не ограничиваем, но мы защищаем свою экономику. На $1, то этот банк должен еще $1 положить на корсчет ПРБ. Таким образом, мы считаем, что мы не ограничиваем банки в кредитовании, но другие денежные средства пускай идут на поддержание экономического благосостояния как экономики, как государства, так и нашего населения в нашей республике. По словам представителей Центробанка Республики, этот документ должен сделать невыгодным кредитование неприднестровской экономики. По данным Министерства юстиции, только за минувший год из республики было выведено около 250 миллионов долларов.